Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Итак, давайте продолжим. Еще парочку антенн приклеим на верхнюю часть фюзеляжа. Не потерять бы. Сразу сейчас все обработаю. Очень маленькие все. Причем они как раз именно только на мою модификацию. Поэтому, чтобы ничего не перепутать. Так, три антенны. Клей. Так, одна вперед. Вперед прямо на середину. От ней надо. Так, следующие. А, остальные две на гаргород. Это куда-то сюда. Так, и последняя пластиковая, тут еще металлические нам нужны. Так, и вот это маленькая антенка куда-то вот сюда. Так. Так, и еще на киль. Здесь у нас тоже оригинально и необычно. Антенны из фототравления, которые я уже зачистил и обезжирил для лучшего приклеивания. Так, клеятся они у нас прям под самый. Отсюда. Так, ну давайте потихонечку приклеим на суперклей, естественно. Парадокс. Бутыльки одни и те же использую. Всегда пользуюсь клеем контакт, но почему-то один бутылек всегда, как начинает с самого начала, закупориваться. Вроде все делаю то же самое. Один не закупоривается до самого конца, а этот как начал закупориваться, так и закупоривается каждый раз. Так. Как бы нам тут их... приклеить. Клей нигде не вылез, надеюсь, приклеится. Не, не приклеилось. Подсохнуть успел.
Так, давайте-ка еще раз попробуем. Ну вот, раз вроде поудачней. Так, и теперь. Теперь в нее вставляется. Таким вот образом вставляется антенна. Попал вроде, да? Попал. Так, и со второй стороны то же самое. На каком расстоянии? Миллиметр примерно. От радиопрозрачного кожуха. Лишнее убираю. Лучше два раза, две попытки сделать, чем... чем чтоб клей вылез. Так, ровно вроде. Ровно. С этими антеннами теперь придется так аккуратно обращаться с фюзеляжем. Ну, вроде совпало. Итак, пришло время загрунтовать планер. Для этого надо его замаскировать. В данном случае у нас очень сильно упрощается задача, потому что неиспользуемые щитки ниш, створки, можно здесь использовать как маскировочный материал. На небольшие кусочки патофикса. Вот, я уже одну сторону закрыл. То есть, детали, в принципе, можно использовать, даже если вы... У меня они в смоле есть просто. Но вообще можно их использовать, даже те родные, потому что они не портятся совершенно. То есть, пока они не используются... Закрываете нишу ими, и все. Единственное, я испорчу передние, так как у них были небольшие кронштейны, на которые они должны были крепиться. Я их уже срезал. Вот, и еще для более прочного ихнего закрепления я их сейчас еще склею между собой, чтобы они у нас не разваливались. Они у меня есть в смоле. Ну, если у вас нет в смоле, то можно замаскировать переднюю нишу традиционным способом. Мне тут вот повезло в какой-то веке. Буду использовать детали как маску.
Вот, пусть пока сохнет. Мы замаскируем левую тоже нишу. Тут буквально прям все заполнять не надо, а именно пару шариков потафикса, один из которых еще является и маской, потому что тут щель между двумя створками. Поэтому мы его ставим вот именно в этот промежуток. Вот, и все кладем на место створку. И она у нас уже никуда не денется, идеально замаскировав полностью нашу нишу. Ну и для основной створки, для большой, тоже небольшой шарик делаем. Даже не шарик, а колбаску удобнее будет. Наверх. Здесь у нас в нишах ничего страшного нет, повредить мы ничего не сможем. Потом легко уберем. И тоже ставим. Так, не промять. Что-то я разошелся. Просто чтобы ровно. Так, вот это вот убрать лишнее. Так, и эту сейчас подровняю, тоже продавила зачем-то. Самая быстрая маска, какая у меня только была, это МиГ-21. Так, что-то она мне не хочет как-то нормально лежать. Давайте еще раз попробуем. Повыше подниму. Так, и теперь давайте, сейчас я его примерю.
Вот, собственно, низ у нас замаскирован. Все ровненько тут. Заднюю уже часть мы тоже замаскировали. Остается нам замаскировать фонарь. С кокпитом у нас тоже в данный момент все очень просто, так как щедрота Эдуарда в этой модели не знает границ. И нам даны два козырька и три фонаря. Поэтому козырек, который мы не используем, я использую тоже в качестве маски. И фонарь, который мы не используем, я тоже использую в качестве маски. И плюс еще, кстати, вот я не понял, чем отличается. То есть два абсолютно одинаковых фонаря. Видимо, производитель... То есть нам нужен вот этот фонарь точно. Проблема в том, что у меня они были изначально оторваны, поэтому я не знаю, какие у них номера у этих фонарей. Но тем не менее, я не нашел никаких отличий. И точно знаю, что один из них мне нужен, поэтому сейчас я их трогать не буду. А возьму тот, который точно не нужен, у которого нету здесь места под перископ. Вот. Этот фонарь мы и используем в качестве маски. Единственное, что я сделаю, это срежу штырьки, которые нам даются для того, чтобы сделать открытый фонарь. И чуть-чуть выровниваю место, чтобы его нормально приложить можно было. Маски я тоже портить не буду. Красить фонарь будем достаточно сложно, потому что нам, помимо того, что нам даны просто маски закрыть стекло, на самом деле на фонаре 21 мига очень ярко виден герметик, который масками не учтен. Поэтому будем маскировать не только теми масками, которые есть, но еще что-то изобретать, чтобы сделать нам еще и герметик красивый, потому что это достаточно яркая часть. Вот, и давайте приклеим все это на временный клей Аква для прозрачных деталей, которые я смогу потом оторвать и убрать его следы. Для прочности даже, наверное, мы его козырек с фонарем еще склеим на обычный клей, наверное, для прочности, чтобы не отвалился. Ну, а кому жалко эти фонари, хотя я не знаю, для чего их можно использовать, честно говоря, потому что в каждой модели идет большое количество этих фонарей. И покупал я 2 мига, у меня в обоих и еще из того осталось еще все это дело. Поэтому не вижу смысла оставлять их. Так. И вот у нас получилась отличная, просто замечательная маска. Можно, конечно, эти фонари замаскировать как-нибудь по-быстрому, чтобы их не испортить. Но мне, честно говоря, они вот не нужны. Поэтому я даже с этим не буду заморачиваться. Пусть они упадут у меня жертвой моей лени. Но опять же, честно говоря, не знаю, но это у меня профипак, поэтому фонарей столько. Может быть, Weekend Edition. А те, кто покупает всю смолу, обычно берут Weekend Edition. Продуманные такие моделисты. Там, скорее всего, конечно, нету столько фонарей. Но опять же, это мое предположение. Не знаю, может быть, там ледники одни и те же везде.
Так, и я на всякий случай для прочности сейчас между ними капну полистирольного клея, чтобы они еще между собой склеились. Кстати, вот даже не испортил, как назло. Даже вот прям склеил нормально и все. Так, и. Сейчас подожду, чуть-чуть подсохнут они у меня, и я уберу излишки клея, которые вылезли, чтобы он нам не помешал. Он легко убирается, высохший. Абсолютно не оставляя никаких следов. В общем, сейчас ждем немножко, чтобы подсох у нас этот фонарь. И, в принципе, можно будет грунтовать. Выходим на финишную прямую. Ну, конечно, после грунта, может быть, придется шкурить много-много. Не удивлюсь я. Так, куча антенн снизу, боюсь прям класть. Так, ну, а... Конус, как всегда, кусочком пластика. Сейчас высохнет, закроем, продолжим. Кусочек пластика элементарно маскирует у нас воздухозаборник. Пружинищий достаточно жестко входит и уже не вылетает. И все. И у нас конус защищен. К сожалению, никакого кронштейна я здесь придумать не смог для того, чтобы его держать на чем-то. Поэтому я посмотрел, если его ставить не кверх ногами, то он у нас держится только раз, то есть на нижнем гребне, на кончике антенны и на антенне на одном из, на одной из плоскостей крыла. Поэтому красить будем низ, а потом перевернем, красим вверх. У нас только раз, два, три маленьких точки касания. Вот, поэтому ничего страшного. Вот, и давайте. Так, в принципе, вверх ногами тоже у нас получается один фонарь, который нам не нужен, и конец крыла. Тоже как бы ничего такого плохого в этом нет. Только аккуратно очень надо, потому что очень много тонких антенн. Так, перед тем, как грунтовать, нам, естественно, его надо обезжирить. Как всегда, обезжириватель, купленный в автоэмалях. Ну, если у вас нет, то можно спиртом. Пока не крашеный, это крашеный уже спиртом нельзя, а не крашеный можно спиртом. И большой кисточкой. Номер 18. Я, по крайней мере, мне вот очень нравится, удобно. Аккуратненько весь обезжириваем. Стараясь ничего не отломить. Отпилить надо у этой кисти ручку. Она длинная и за все мои лампы задевает. Так, и вверх тоже сразу же.
Подставку подложил чисто для того, чтобы крутить можно было, не трогая. Так, ну и давайте. Сейчас я еще раз фонарь проверю. Руки заодно обезжирил. Подтеков клея, чтобы у нас на фюзеляж не было. Все. Так, вначале низ. Вначале грунтуем низ. Мистер Сурфейсер. Тысячный. Разведенный 50 на 50. Кстати, вот его, наверное, еще разбавить надо, потому что он, по-моему, опять загустел. Сейчас я в него немножко еще растворителя капну. Потому что последний раз, когда я красил, мне показалось, что он как-то гуще стал. Все на глаз. 50 на 50 это я говорю чисто вам. Сам, честно говоря, давно уже делаю все на глаз. В самом аэрографе уже вижу, жидко или густо. Поэтому 50 на 50 это просто как отправная точка, от чего плясать. Начинать. Ну, погнали. Добиваться супер равномерного покрытия я совершенно не собираюсь. Кстати, цилиндр очень удобен вот этот тот. Тем, что он вообще не шевелится, и за него можно держать. Вот я, кстати, что придумал.
сзади у нас закрутится. Еще чуть-чуть растворителя, ой, грунта. Хоть и тонким слоем, но уходит грунт на грунтовку, конечно, в больших количествах. Так, вот теперь переворачиваем.
Так, ну и... Последняя четверть. Еще чуть-чуть. Гребни с обратной стороны тоже. Вот так вот. Так. Ну что, косяки видны. Косяки есть. Щель в носу. Щель в крыле. Но здесь какая-то непонятная царапина. Непонятная. Надо чуть-чуть будет мелкой шкурочкой почистить. В общем, высохнет. Будем делать работу над ошибками. Ошибки я вижу.
Мелкие, но есть косячки. Быстро устранимые, никаких проблем с ними не будет. Но устранить их надо. Ну, собственно, пусть сохнет. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.